снизу, а чаще всего сверху. Все сверху. Как только, если вдруг он делает ошибку, когда садится, ставит колено, вы сразу же используете этот рычаг. Дальше, он уже садится. Мне нужно завоевывать пространство. Я либо отбиваю бедра, здесь же, смотри, он начинает подниматься, чтобы бить. Здесь я до него достаю. Он встает обычно на бедра, да, так чтобы я руками до него не доставал, он до меня достает. Здесь, смотрите, что я делаю. Идет удар в план. Он наклоняется, вы прихватываете макушечку. Стучать не надо. Сейчас, только он сел, да, прихватил голову, либо в эту, либо в эту сторону. Бедро, либо паз, только наклонился. Дальше, следующий вариант. Он уже начал бить. Я, видите, ошибку. Он мне отдал ножку, все, здесь я его забираю. И задача того, кто садится, вот он, сразу же на коленочку. Не поднимайте колено. Да, бейте уже из этого положения. Здесь, смотрите, я выбрасываю ручки навстречу ему, и делаю ломающийся рычаг. Локотками сгребаю. И продолжаю просто поснимать. Раз и под себя, видно? Здесь. Лопатка. Почка, душа вылетает над почками, мышца сама. Бедро. Дальше стоит. Приподнимаю его ножку. Свою ножку под него. И рычагом. Его единственное не отпускаю. Подтягиваю на нем. И уже здесь. Еще раз. Раз. Хоп, снял. Смотрите, вторая рука идет. Натянул его в пол. И подтянулся на нем. Бам. Ножку приподнял. Второй под его ногу. Раз. И рычагом. Хоп. И на нем подтягиваясь на полтора сверху. На этом же варианте, смотрите, снял, прижал, одна рука, вторая, болевую. Раз, прижал, одна, вторая, болевую. Самый простой вариант, только когда он еще садится. Смотрите, приподнимаю таз, уже сел. Накатывать на хер. И бедро начинаю давить, сворачивая хер на руку. А на эту сторону можно? Да. Нет, чуть-чуть тише. Раз. Накатываю. Пятку сворачиваю за счет ахилла. Он уходит. Здесь, смотрите, еще вариант. Если я снимаю и прихватываю изнутри, а не снаружи, прижимаю. Я его не пускаю, спрятать голову и здесь бью затылок. Затылок и потом шею. Сбрасывается. Так, еще. В общем, пока хватит. Сейчас давайте вкратце напомню. Первое. Пах. Прихватываете макушку и за счет скручивания и смещения сбрасываете себя. То же самое бедра, пах, потом пошли. Снимаете. То есть и тоже изначально. То есть это первое, с чего вы должны начинать. Как только человек начинает садиться, вы его начинаете сворачивать ахилл. После этого снимаете. То есть ручки у вас впереди. Вы голову убираете. А то, что мы делали, когда здесь били отсюда. То же самое. Я голову в одну сторону, ручку в другую. Снял, вторая рука идет под мышку, прихватил и натянул в пол. Здесь лопатка, спина, бедро, то есть любые точки выбираете. Приподнял ножку, опрокинул. Приподнял ножку на болевую.
А дальше уже когда новая лёва выползает, просто перебрасывай через их. Раз, и плотненько зажжет. Все. А он, наверное, не может быть. Может. Всегда, даже если вас съели, у вас есть как минимум два выхода. Его задача вот бить. Здесь я раз, и он в этот момент просто вылазит. Здесь вылезти гораздо легче. Наконец-то она же была легко. И еще, смотрите, если вы уже, то есть хотите его бить, допустим, растерялись какое-то время. Я же говорю, вот здесь вы не достаете. Но как только он начинает бить, ему нужно доставать до вас, соответственно, и вы уже достаете до него. То есть вы одной снимаете, а второй бьете. И здесь же, смотрите, я одной снимаю и отбиваю ручки. Отбиваю ручки. Снял, бью, бью. Здесь же тоже. Раз и два. Раз и два. То есть вот такие удары. Вы отталкиваясь от него, здесь тоже, то есть плите вы. Ты туда тянешь. Варианты сбрасывания еще раз посмотрите, за счет чего его можно сбросить. Первое, это хил. Да. Второе, это выпрямленная нога. Видно? Теперь в эту сторону вы сваливаете. И третье, это за счет рычага. Вот способы сбрасывания. То есть это вы можете делать сразу сначала ахилл. Все остальные варианты, они в принципе похожи. То есть вы снимаете, прихватили, подтянуться, чтобы прижать его к полу, отвлечь. Теперь я либо раз, два, либо раз, два. То есть выталкиваю, еще раз. Руки видно где? То есть руками я пытаюсь его остановить. Ему сложнее было. Чем он ниже наклонится, тем он может больше вложиться. Я его как бы не пускаю. И ручками подстраховываюсь. Раз, прижал к полу. Бам, бам. Здесь либо раз, видно? Бам! Раз, два. И очень важно, вот здесь я его держу. Откусите, вы будете на равных. А мне нужно наоборот скинуть и оказаться сверху. Ножку. Не пытайтесь на носок тянуть, растягивать. Наоборот, на бок его скручиваете. И потом вылазите. И здесь уже. Локоток прихватил, ручки под себя, таз чуть приподнял,
выводишь. Да, сейчас ложусь на пятку, на голову и в обратную сторону разматываюсь. Довернулся, ножку не пошел вниз. Вопросы? Ключевые точки. Локоть, ваше плечо, которое вы будете разрывать захват. Пятки, голова. Головой видите, как бы на лицо. Тащите. Кости